Книга «Открытым оком», том 9, тема «Природа». Вопрос 2271. Сколько длился день при сотворении мира? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Спорят о том богословы тысячи лет, и даже святые отцы понимают это по-разному. Бытие 1.8. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. Не написано, что от вечера до утра день, а просто фиксируют временные перемены. 2 Петра 3.8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Могли быть геологические эпохи миллионы лет, но так как этот вопрос на спасение не влияет, то думаешь, что и спорить никогда по нему не стоит. Псалом 32.9. Ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Распятие вещей моих изъятия происходило с записью дотошно. Умом давился, его с собой взять ли, при обыске отнимут или можно. Оно висело на моей груди, серебряная площадью в ладонь, в тюрьме охрана под знаменем, кради. И ты не пикнешь, отойди, не тронь, под стелькой в сапоге скрываю крест, затем засушиваю в корочке из хлеба, слезой пропитанный вначале был арест. Крест разрастается и ширится в полнеба. Благословение, последствия страданий. Не описать, когда они пролились. Через суды хозяин стал в двух зданий. Судьями, с друзьями в церкви там не раз молились. На каждой голубятне и на кельях, на детским лагерем и на фронтоне дома восьмиконечный символ когда-то был под стелькой в печи халдеев вместе обожжены. Позором осужденный в Древнем Риме был привнесен победно в Иудею. Примером о пророческой картине дождется главного виновника злодея. Крест увенчает череп у Голгофы. Как казнь рабов затем сойдет на нет. Теперь знамение любви у Иеговы. На нем любовь сама и жизнь, и свет. Перехлестнулись гнев и милосердие в прощении перекрестья, Божий Сын. Он не изгонит тех, кто Слову Божью верит, что от грехов спасет лишь Он один. Распятие, пятница и полночь среди дня, в покое ожидания день субботний, Он милосердный, смог мой грех подъять, на мне не просыхал солено-потный. 8 июля 2004 года. Игнатий Лапкин.